Всем добрый день! Ну вот, наступила весна и захотелось малосольных огурчиков, и я решила приготовить. Готовится все очень просто и быстро. Для этого я взяла 2 килограмма небольших огурчиков, 70 грамм укропа, головку чеснока и 3 лавровых листика. По желанию можете добавить черный перец горошком. Я не добавляла, получается и так ароматно и вкусно. Итак, возьмем емкость, в которой будем засаливать огурцы. Можно взять 3-литровую банку или эмалированную кастрюлю, кому как удобнее. Огурцы моем и отрезаем плодоножки с двух сторон, так они быстрее просолятся. Укроп тоже моем, а чеснок можно разрезать пополам, чтобы рассол был ароматнее. Затем складываем все ингредиенты в банку. На дно кладем укроп, чеснок, лаврушку. Затем огурцы. Потом опять зелень, чеснок, огурцы и так далее. Сверху положите укроп и чеснок. А для рассола вскипятим 2 литра воды и добавим 2 столовые ложки соли, можно немножко с горкой. Затем аккуратно заливаем кипящий рассол в банку. Банку оставляем при комнатной температуре до полного остывания. Потом все нужно убрать в холодильник. На следующий день огурцы готовы. Можете есть ароматные и хрустящие огурчики. Всем приятного аппетита и будьте здоровы!